Дорогие мои подписчики, вы на канале Любовь Белкин. Сегодня я хочу вам рассказать, что я готовлю из тыквы. Вот сегодня я приготовила среднюю тыковку, взяла, потерла на крупной терочке. Потом я туда потерла морковочку. У меня желтенькая была морковочка. И яблоко зеленое, и яблоко красное. Добавила 250 грамм творожка туда. Два яичка, смешала это все, на сковородку маслечко кусочек маленький положила и все это притушила. Затем в конце я положила наверх кусочек масла сливочного и сыра твердого кусочек небольшой потерла. Получилось такое блюдо шикарное, что пальчики можно облизать. Прямо ешь и наслаждаешься. И вообще из тыквы столько рецептов блюд. У меня спрашивают, вы что, кашу готовите только? Нет, каша сама по себе, когда-то с рисовой крупой, когда-то с пшеночкой, тоже детство хочется вспомнить. Вот. Но лучше вот с творожком ее, с яблочками, и получается вкуснятина, пальчики оближешь. Так что готовьте блюда из тыквы, это все полезно, это все так приятно кушать, это для организма очень-очень здорово, и сытно, и вкусно, и полезно, очищает печень, очищает весь организм. Так что не забывайте готовить тыкву, если вы заботитесь о своем здоровье. Всем привет! Всем пока-пока, жду вас на канале и не забудьте поставить лайк, обязательно написать комментарий, подписаться ко мне, нажать на бубенчик колокольчик и всем хорошего дня и всем хорошего настроения. Пока-пока.